В Красноярске уберут 30 километров пешеходных ограждений. Об этом сегодня рассказали в городской администрации. Напомним, новый мэр Сергей Еремин раскритиковал красноярские заборы. По мнению главы города, они нередко стоят там, где ограждения не нужны и у них нет единого стиля. В прошлом месяце Еремин поручил главам районов составить список ненужных заборов. Сейчас в администрации подвели итоги ревизии и начали убирать ограждения. Первыми демонтировали заборы с П-образных пешеходных переходов на улице Дзержинского. Движение в центре теперь будет организовано по-другому, поэтому ограждения там больше не нужны. Многие были установлены с разными целями в разные годы. Они имеют разную конфигурацию, разную форму. Поэтому сейчас потребовалась ревизия и определено. В каждом районе составлен план, какие ограждения лишние, какие нужно перенести, какие совсем демонтировать. И, соответственно, началась реализация этого плана. Часть ограждений перевезут на склады или сразу поставят в места, где такие же ограждения находятся в плохом состоянии. Ранее горожане раскритиковали и новые заборы, которые установили после масштабного дорожного ремонта. Весной этого года мэрия проводила конкурс на лучший вариант ограждения, однако от варианта, который понравился жителям, отказались из-за слишком высокой цены. А более дешевые не понравились горожанам из-за сходства с кладбищенскими оградками. Как рассказали в департаменте горхозяйства, эти ограждения убирать не станут.